Вылезай. Мне нужно с твоими какашками и письками сделать эксперимент. Давай. Я их высыплю все сюда, вот в этот лоточек. Посмотрим, будешь ты в лоточек чисто ходить или нет. Он, правда, высокий, не знаю, как ты будешь в него запрыгивать. Давай, вылезай. С говном тут возиться. Вылезай. Суть эксперимента. Вот сюда я насыпала новый наполнитель, и пресекаки там немножко лежат. А здесь пока не буду ничего стелить. Ну, хотела постелить коврик, но обнаружила, что его у меня нету просто. Слишком поздно вспомнила. Посмотрим, будет ли она сюда запрыгивать. Вообще, бортик, конечно, высокий у меня получился. Ну, в общем, посмотрим, что получится. Тима, я здесь ранка. Здесь ранка, ты моя. Ну, в общем, вот типа вот так вот как-то. Как-то вот так, не знаю. Что получится, не знаю. Надо, конечно, здесь застелить чем-то. Но пока в виде эксперимента посмотрим. Ночку так переживет. В общем, здесь я подперла еще камнями. Посмотрим. Вот так. Да? Давай здесь, Ранка, иди. Гадь. Сейчас она все здесь проверит, побегает, попрыгает. И я надеюсь, она будет очень умной девочкой. Ну-ка. Ну-ка, мне это, конечно, интересно. Вот там, как туда. Ну-ка. Ну-ка. Ну давай, как кисонька. Как кисонька, давай. И гадюшу ты как кисенька писала туда. Так легче просто убирать. Ну ладно, посмотрим. Сейчас утро. 7 часов утра. Ну-ка посмотрим, где ваши каки-писи. Так, ну пока мне все нравится, пока все в горшке. Так почему-то в горшке еще и кусочек печеньки, Мария. Мадам, зачем вы печенье храните в голоске? Так, здесь немножко насекано все равно внизу. Ну вылезай, мадам. Мне нужно хотя бы посмотреть, что там у тебя. Нос убери. Убери нос. Покажи, что ты там нагадила. Ну, в общем, да, застилать надо. Здесь вот влага. А так все нормалек. Сейчас положим покушать и до вечера посмотрю, что будет.